Доброе утро, мои дорогие любимые. Хотела сделать видео, ну вот как листья лежат на траве, да, вот как листопады, листья лежат на траве возле правительства. И посмотрите, что я увидела, сколько мусора. Но я не знаю, это, наверное, после всех этих марафонов. Я сделала коротенькое видео, полицейский на меня смотрит, что много полиции возле правительства. И я поднялась до домика, поднялась на курьих ножках. Посмотрите, сколько здесь тоже мусора, сколько пакетов, сколько грязи. Посмотрите, никто так с утра и не убирал. Все в отпуске, наверное. И здесь полиция. Даже в бронежилете туда дальше площади стоит в бронежилете. Посмотрите, сколько пакетов, сколько грязи, сколько мусора. Это не только листья. Я думала, сейчас сделаю красивое видео, покажу вам природу, листопад, как листья лежат на траве. Так красиво, оказывается, нет, не очень. Посмотрите, сколько, ужас, одни пакеты там. Даже фонтан не работает, вот там пакет колышется, ветер такой. Так что вот вам чистота. Кто говорил так чистенько? Ну, даже возле правительства не чистенько почему-то с утра. Ну, как с утра? Уже день, уже час дня. Хотела поснимать. Ну, вот и вот вам снимаю, как есть. Мусор, да. Вот, видите? Все летит, все. Ну, вот такой пейзаж. Вот вам пейзаж. Вон там полиция стоит, и туда дальше бронежилете. Вот вам пейзаж, вот показываю. Вот такой я увидела сегодня днем пейзаж. Все, всем хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока. С началом трудовой недели. Мы трудимся, не покладая рук, в поте лица. Все будет хорошо. Что там они хотят? Книжечку взять, почитать. Я даже не заметила, там что-то лежит или нет. Ладно, все, всем пока-пока. Последний день сентября сегодня. А завтра уже октябрь месяц. Все, всем пока-пока. А завтра. Вот это я только сейчас вспомнила. Если бы я не сказала, что завтра 1 октября, октябрь месяц. Но нет, хорошо, что я вспомнила. А я вам не скажу, что завтра. Все, всем пока-пока. Хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока, мои дорогие, любимые и родные. Пока-пока. Улица Пушкина. Всем пока-пока.